Здравствуйте, дорогие друзья. Я чего-то не очень доволен количеством стримов, которые наводняют YouTube в последнее время. Причем говорят люди кто о чем. Из собственной кухни, из собственной спальни. Хорошо еще, что не из собственного туалета. Ха-ха. Вот это стихотворение называется «Стримеры». Сколько же у вас стримеров развелось? Нечем вам заняться, друзья, небось. Открываю YouTube и смотрю. Не было такого впредь, говорю. Камера и микрофон у каждого есть. И несет народ в эфир личную весть. Нет ни у кого секретов сейчас. Многие на свете знают о нас. Я организую собственный стрим. Заходите вечером, поговорим. Заходите, посидим, кофе пьем. Каждый свой, правда, это не очень-то этично даже, но что делать, времена такие, встречаться сейчас нельзя. Только на стриме. Увидимся, ребят.